Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Дворец Киостин. Впереди у нас сложный уровень, так со старта, для того, чтобы не расслабляться, и много-много интересных обновлений. Итак, поехали! Здесь одна карта, это радует, а то в последнее время много было. По несколько карт. И, конечно же, делаю бомбочку. Вот мне подсказывали, но, в принципе, я это и видел. Но люблю сначала осмотреться по сторонам. Вдруг там чего-нибудь еще интересного есть. Но, как вижу, не особо, поэтому, наверное, все-таки взорву бомбу. Жалко только, что не на ковре. Но ничего. Так, ракета. Но мне нужно как-то... Ковер. Нет, бомбу я там не могу сделать. И ракета еще не в ту сторону, которую нужно. Что ж ты поделаешь, невезуха пока. Ну, в принципе, сложный уровень. О, зато видели, там повезло. Вот так вот здорово. Там само по себе что-то сделалось, я даже не успел увидеть. Еще одна бомбочка. Причем даже с этим, с ковром. Класс, смотрите, уже такой кусок неплохой ковра расстелен. Даже не знаю, что теперь делать, глаза разбегаются. Наверное, туда я ракету пущу. А бомба там закрыта была или сама по себе сделалась? Вообще не знаю, что там произошло, но меня это устраивает. Лишняя бомба при такой игре очень даже неплохо, неплохо. Вот, мультишар еще. Вот это да, вот это везуха. Только мне как-то... Как-то, не знаю, мультишар бы поближе подвести. Ох ты. Вот она, вы видели? Я даже не надеялся так быстро совместить мультишар с самолетиком. Но... Вот, отлично, отлично. Просто отлично. Получается, единственная проблема — это мало синих фишек на карте. Так, ну... Да, вообще мало, вы видите? Их вообще просто нет. 5 фишек всего. А мне-то нужно 17. Что же мне делать? Даже не знаю. Как-то их нужно выманивать. Для этого нужно как можно больше всего взрывать, да? Ладно. Ох ты. Будет обидно из-за синих фишек проиграть. Так, мне, в принципе, еще нужно один коврик расстелить. Вот он. И... Наверное, вот так. Так, 3 хода, 7 синих фишек. Ух ты, вот они под конец подтянулись. Их, в принципе, уже не так уж и мало, да? Вот, смотрите, я могу сделать, во-первых, вот так вот 3 совместить. Еще и самолетиком одну выбить. Остается всего 3. И вот они у меня. Вот они у меня. Это просто подарок судьбы. То есть, сложнейший, как по мне, уровень с первого раза прошел. Без бустеров, даже без всяких там помощников. Да еще один ход в запасе. Хотя обычно не хватает там одного хода мне. Но вот здесь... Все получилось. Так, что там такое? Котик набрал что-то на клавиатуре. Ого. Так, ну ладно, не будем об этом. Давайте все-таки доукрашаем кухню. А то уже висит это задание у меня, наверное, 2 или 3 обзора. Так, вот везде вот так ленточки повесили какие-то, или как их называют. Остин, а как вы смотрите на то, чтобы покрасить стены в черный цвет? В храме еды пища рождается и умирает, утоляя наш голод. Черный цвет подчеркнет мрачное величие этого ежедневного ритуала. Знаете, Энди, моей маме категорически не идет черный. Давайте оставим стены как есть. Тем более мы их только отремонтировали, да?
Эх, вот так всегда. Ну же, Остин, искусство любит смелых, дерзких, стремящихся к новым горизонтам. А наша мама любит тортики, кофе и розовые, если это не статуи, конечно, хе-хе. Вот так вот. Второй раз украсили и зарабатываем звездочки на третий. Так, а что у нас здесь такого сложного, что мне ждали 41 ход? Смотрите, какой классный вообще, какое классное начало. Тут сразу мне вот такой бустер. Ничего себе, и еще. Да. Неплохое начало. Еще можно вот так вот совместить. Ну-ка. Получается, в этих сундуках, коробках магических везде самолетики, да, наверное? Может, конечно, не везде, но... Так, ладно. Точнее, не везде самолетики, но пока везде хорошие бустеры. Не так, как иногда было, что бустеры были плохие. Так, а у меня осталось практически немного вишен, да? Вот, всего две вишни. И что, всего 6 ходов я потратил, или сколько там, или 7 на прохождение верхнего этажа? Ну, это вообще классно. Так, ладно. Делаю сначала бомбочку. А может ее совместить с самолетиком? Как вы думаете? Тут еще ракета у меня есть в помощь. Ладно. Вот так, отлично. И опять начали высыпаться бустеры. Замечательно. Можно еще вот так вот снизу взять, пару коробок открыть. Почему бы и нет? Оу. Класс. Это, наверное, какой-то бонусный уровень. Здесь куча большая-пребольшая бустеров. Ладно, я, наверное... Ой, блин, хотел совместить их, чтобы три самолетика полетело, а полетело всего два. Немного не так нажал. Только все думал, ходить, не ходить, а потом получилось, что нажал. Случайно. Вот так я хотел сделать, и видите, сразу три самолетика летит. По идее, там только в углу осталось. А ну-ка, сейчас проверим. Все, да? Все. Отлично. А, у нас еще третий этаж, да? 25 ходов на него. Получается, на верхние 2 я потратил всего 16. Ну, может быть, это знак. У меня легко получится пройти и этот этаж. Ладно, буду пробовать. Пока не совсем тут все выходит. А ну-ка, самолетики, потрудитесь. Куда же вы полетели? Я не туда хотел, чтобы вы летели. Ладно. Как-то не так. Нужно открывать эти сундуки. Что в них? Ух ты. Пару ракет. Самолетики. Класс. А вот здесь, смотрите, вообще просто джекпот. Опять бомба с ракетой совмещается. Ух ты. Так. И вот так. Ай, они не вместе. Ладно. Делаю вот так. Так, ну что еще здесь? Фактически осталось всего 3 вишенки, да? И вот сейчас я их этими самолетиками возьму. Да, нормально. Еще 10 ходов в запасе осталось. Прикольный уровень вообще. Просто неимоверное количество всяких разных бустеров, бонусов. Я умудрился здесь потратить 2 жизни, как бы, но даже не знаю почему. То есть, наверное, те попытки мне не так везло с бустерами. А вот когда бустеры начали выпадать хорошие, то все стало на свои места. Кстати, без мультишаров даже, да? 70 монет, ну неплохо. Такс. Опять сложный уровень. Они уже через раз их пускают, да? Вообще.
Супер в кавычках. Итак, итак. Мне бы здесь, конечно, лучше бомбу сначала сделать. А может сразу мультишар попробовать сделать? Ай, нет, не так я сделал. Ну, хотя я хотел сделать бомбу, видите, бомба у меня получилась, на удивление. Я хотел сделать совсем другое. Так. Что еще можно мне здесь хорошего сделать? Так, навскидку, если... Наверное, ничего. Хотя можно вот так вот. Тоже, по-моему, неплохо, да? И отлично, ракета дождалась своего времени. Теперь она там льдинки все поразбивает. Ну, как бы не все, но поразбивает. А иначе бы она просто плохо сработала. Так. Мультишар с ракетой, вы это видели? Я не специально, оно само. Ну-ка. 16 ходов осталось и 7 всего вишенок, да? Да-да-да. Так. Что мне лучше здесь делать? Наверное, так все-таки пока здесь выстрелю. И... Вот так вот. Еще один мультишар сделаю на всякий случай. Если получится его совместить с зелененькими, то будет классно. Так, ходы как бы тают вообще очень быстро почему-то. Не знаю почему. Так, 4 вишенки. Вот они здесь все внизу. Нужно как-то с ними начинать... проводить профилактическую работу. Почему там с ними так все плохо? Так. Вот так. Ого, там они так хорошо запаяны. Я до них не доберусь. 8 ходов. Ничего себе. Так, а может все-таки совместить... ракету с мультишаром. Наверное, я так и сделаю, друзья. Смотрите. Юху! Класс! Класс. Супер! Обалдеть просто. Вот оно везение. Так, осталось 2 вишенки вот там. И... 2, вот 2 чашки. Так, но все равно мне пока не хватает... Как же мне туда добраться до них? Нужны, получается, самолетики, скорее всего, да? Как же мне их сделать? То есть сейчас доумничаюсь, что мне и ходов не хватит, да? Так, я, по-моему, знаю. Вот так вот, раз. Одна выбита. Здорово. И вторая. Класс. То есть еще один сложный уровень, пройден с первого раза. На несложный уровень я потратил 2 жизни. А на 2 сложнейших уровня тратил ничего, только время. Вот так бывает. У нас 2-я звездочка. О, не понял. Ага, понятно. Так, украсим кухню для шоу. Последнее украшение. И что у нас здесь? Ну, так, прикольно. Я тоже так сделал бы, не хуже. Вот оно, бурление страстей, ярость битвы, гром овации. Две валькирии сходятся в сражении и в финале чествование триумфатора. Ну, что скажете? Признаюсь, я бы предпочел что-то более авангардное. Но ваша мама не оценила бы адскую кухню в моем исполнении.
Все хорошо, Энди, празднично, неброско, уместно. Талантливый художник, талантлив во всем. Но как будто чего-то не хватает. Думаете, точно, цветы. Если в шоу участвуют дамы, обязательно должны быть цветы. Много цветов. А для нас это еще много звездочек. Скорее всего. Нет, всего две. Ладно. Давайте заработаем еще звезд. Так, ну что же, с чего мы здесь начинаем? Нам, в принципе, нужно... А, вот с той стороны бомбочка есть. Там льдинки, мне не обязательно все разбивать, печеньки тоже. Но без того, чтобы не разбить вот эти вот все конструкции, у меня, скорее всего, не получится добраться до яблок. Поэтому буду... Буду все потихоньку разбивать, если будет получаться. Итак, мне бы как-то бомбочку еще сделать. И вот я ее делаю. Отлично. И эту бомбочку я отнесу куда? Лучше на ту сторону было бы печеньком. Она бы там хорошо все сделала. Но смотрите, я сделал зато мультишар. Ничего себе. Как все быстро меняется. И... Ничего себе. Я вот не знаю. Мне, наверное, лучше все-таки... самолетики сделать. А, я их не смогу туда отправить. Ладно, помещаю. Ну, видите, там вообще печеньки, все, что можно, почти приняли на себя, поэтому мультишар там, ну, не особо, скажем так, пользу принес с той стороны. Ну, хотя, вот все так неплохо. Еще один мультишар. Хотя, в принципе, он мне особо там и не нужен, да? 8 ходов, 4 яблока. Если я даже с закрытыми глазами начну играть, мне кажется, все равно я этот уровень пройду. А может, это только кажется? Ладно, не буду рисковать. Направлю мультишар на зелененькое. Вот так вот. 5 ходов. И вот красное еще есть. И осталось буквально мне всего лишь одно яблоко. Проще всего это будет сделать самолетиком, да? А где я его могу сделать? Самолетик, ау! А, вот самолетик. Да, и смотрите, я теперь его отправляю. Беру самолетиком яблочко. И все. Все цели достигнуты. Уровень, в принципе, сложный. Но мне, как всегда, повезло. Я тут потратил несколько жизней, как бы, но все-таки прошел его. 2 мультишара за уровень, это вам не то. А, и видите, вот получается, как и в садовнике сделали нововведение, то есть нам вот этот сейф предлагает купить. Но я уже научен горьким опытом, то есть этот сейф дает там всего 3000 монет, стоит много денег, как бы я... Ну, я, допустим, его покупать больше никогда не буду. Если бы там дали какой-то приз, ну, хороший, и плюс бы он был бы бесплатный. А так, монетки заработай, там, что-то еще сделай, в итоге купи и получи всего 3000 монет, которые можно и так заработать буквально там быстро. Ладно, это все риторика. Следующий уровень у нас, 203. Итак, моя любимая в кавычках пена. Надеюсь, с ней получится бороться. И можно сделать бомбочку. Жалко, только ракета пропадет. Но зато этой бомбочкой я теперь... Хотя вот, смотрите. Не просто бомбочка, да еще и бомбочка с ракетой. Это было классно для начала. Для начала лучше не придумаешь. В общем, так как-то. Локи собрал пену. Немного там подшерстил. Так, ну что же здесь? Еще одна ракета. Но мне там мешают бомбочки. Жалко будет ракету использовать просто так. Так, как же быть, а? Ладно, наверное, сначала поднос так доберу. О, отлично, смотрите. Супер.
Получается, вот, во-первых... Наверное, снизу уберу так вот эту сипену. Здорово. И здесь, может быть, бомбочка сделается. Да, отлично. Все хорошо рассчитал. И сейчас этой бомбочкой уберу кучу печенек. Так, но пена все наступает и наступает. Как же мне с ней быть? Наверное, все-таки подносы уже... А, вот, могу здесь с этого угла убрать ее. Для того, чтобы только с одной стороны она была... Видите, она наступает и наступает. Вот так убираю там печеньку. И... Так, одно всего яблоко. Ух ты! Так, как же быть? Пена будет наступать и дальше. Мне нужно подготовить супер-пупер самолетик, наверное. А где мне его сделать? Не вижу пока. Слушайте, обидно. Осталась всего одна пена. Ничего не могу с ней сделать. Ладно. Надеюсь, это временно. Так, пеночка, пеночка. Так. Так, почему же они такие? Смотрите, мне же нужны другие. Три хода. Эх. Ну это вообще нечестно. Это просто нечестно. Ладно, сделаю вот так вот. Два хода. Ну-ка. И опять, смотрите, не та ракета, что нужно, но все равно повезло. Есть желтые эти светильники. И все-таки вот на последнем ходу. В общем, все получилось. Так было бы обидно, да? 7 ходов и не победить одну ходу. В конце мультишар, как же без мультишара? В общем, все хорошо. И мы получаем еще одну звезду, их теперь две. И давайте... Что давайте? Поставим горшки с цветами. Точно. Так, какие они у нас будут? Такие вот. Такие. И такие, как водоросли. Но эти вообще ни о чем, некрасивые. Вот такие или такие. Такие или такие. По-моему, такие все-таки красивее. Хоть не совсем, по-моему, цветы. Но зато горшочки красивые. В общем, мне эти больше понравились, вторые. Вот так вот. А что скажет наша мама? Как мило, Энди. А вы останетесь на съемке нашего кулинарного шоу? Увы, нет. Спешу на новую выставку. Нужно успеть освистать бездарей. Но обязательно постараюсь посмотреть ваш бенефис по телевизору. Кстати, вы не думали заняться скульптурой? У вас отлично получается работать с формами. О, я уже придумала, какую форму примет мой будущий шедевр, но это сюрприз. Так, ну, надеюсь, в следующем обзоре мы это уже узнаем. А на сегодня у нас остался последний уровень. И уже третий сложный на сегодня. Такого еще не было, по-моему. И опять моя любимая пена, и всего 21 ход. Но зато куча вот этих вот волшебных коробок, но опять же в них там по две ленточки кое-где. Это будет нелегко, скорее всего. Так, нужно начинать как-то их освобождать, но вот видите, нет хода уже. Ну конечно же, это же сложный уровень. Я бы удивился, если бы сразу все так было легко и просто. Да, это все плохо. Это все очень плохо. О, ну-ка, бомба. Только очень поздно я ее первую бомбу эту получил. Ох ты, ничего себе. Но это уже лучше, да, смотрите. Еще одна бомба. Ладно. Вот так вот даже можно сделать. И смотрите, еще одну бомбу можно сделать теперь без бустеров. И пускай она рванет.
Но у меня, к сожалению, всего 8 ходов. А это очень и очень мало. Так, нужно как-то еще получить бустеров. Ох ты, ладно. Самолетик. Ну зачем там? Ну, чуть в сторонку, было бы классно. Хотя вот видите, повезло. И бомба, и самолетик. Ух ты! 4 хода. Всего 3 пены. Наверное, вы знаете, я вот так вот сделаю. Здесь пену одну уберу. Вот еще одну, да? А теперь фактически можно вот так вот бомбой полететь вверх. Слушайте. Третий сложный уровень. Третий, по-моему, сложный уровень. С первого раза я прошел, да, сегодня? В общем, не сложный уровень я прохожу там сегодня с третьего, с четвертого раза, со второго. А вот сложный уровень все три прошел с первого раза. Прикольно. И кто скажет, что это читерство, увидели. То есть никакого особого везения не было. Вначале вообще ничего не получалось. А потом раз-раз, и все получилось. Так, ну что же, друзья. Я так понимаю, что все-таки вот этот день будет, когда мы его завершим. В следующем обзоре, скорее всего, да, то уже потом по-любому будет новая локация. Вы там в комментариях пишите, по-моему, на 208 там или каком уровне. Ну, в общем, очень скоро уже, я уже сам жду, не дождусь новой локации. Поэтому вот она уже, ее можно фактически, как есть такое выражение, почувствовать запах этой новой локации. То есть ее еще нет, но она уже вот-вот просится. А поэтому, если вам интересны наши обзоры, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте подписываться и не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.